Запели в небе над прислонихой скворцы, покрылись зеленоватой дымкой деревья, а потом в прохладной дубраве заиграли блики, расцвели в огородах подсолнухи. Все эти краски весны, лета и осени очень точно раскрыты в работах Людмилы Слесарской, преподавателя детской школы искусств номер 2, члена Союза художников России. Ее персональная выставка «Из прислонихи с любовью», которая открылась в пресс-центре издательского дома «Ульяновская правда», стала завершающим аккордом в юбилейный год народного художника Аркадия Пластова. Прислониха – это вот то место, к чему хочется прислониться душой и сердцем. Прислониха – это то место, которое забирает тебя полностью, если ты начинаешь с ней, с этим местом общаться, приезжать, там надо пожить, там надо пообщаться с жителями, побывать в мастерской и спить из родника ледяной водицы. Это надо место почувствовать, чтобы оно стало близким, родным. Людмила Слесарская не только талантливый художник, но и организатор передвижной школы пленэра «Киселевские зори». В разные годы обучающие форумы художников проходили в Маинском, Кузоватовском, Сурском районах. В 2018 году школа пленэр, поменявшая статус с межрегиональной на всероссийскую, проходила в Сенгилее. Удивительно то, что вот каждый пленэр, детей надо собрать, все приготовить. Там все предусмотреть, там и питание, там и проживание, там и за ними. Ей практически, что называется, некогда самой к себе прикоснуться. На открытие выставки пришли друзья и коллеги-художницы, которые всегда поддерживают ее во всех начинаниях. Выставок проводит очень много, да, у нас Людмила Юрьевна. В общем-то, и с детьми, и своих персональных, различных. В этом году намечена крупная выставка в нашем выставочном зале. И каждый раз, каждая выставка, как ты смотришь уже по-новому. То есть работа у нее все-таки становится, мне кажется, еще живее, что ли, еще точнее. Потому что вот эти, они, по-моему, отличаются от других каким-то уже таким серьезным колоритом. В экспозиции представлены 25 работ. Все они выполнены в родном селе Аркадия Пластова, как говорится, с натуры. В них отражена природа и быт прислонихи. Выставка продлится до марта этого года. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.